Беларусь готова выходить на новый уровень контактов с Нидерландами. Об этом заявил спикер парламента на встрече с главой МИДа этой страны. Владимир Андрейченко предложил выстраивать диалог на основании соглашения о сотрудничестве. На встрече было отмечено, что Минск достиг успехов в углублении отношений с европейскими странами, как в политической, так и в торгово-экономической сферах. Один из последних позитивных шагов со стороны ЕС – мандат Европейского инвестиционного банка на работу в Беларуси. А это ключевой кредитор в Евросоюзе. У нас уже подготовлено к реализации три таких важнейших проекта. Один из них это по городу Минску, вот, очистка сточных вод. Один это строительство дороги до Гродно из города Минска. Один проект, значит, по оказанию помощи малому и среднему бизнесу. Йоханна Брандт заверила, что интерес к Беларуси высок. Подтверждение тому открытие отделения посольства Нидерландов в Минске. Дипмиссия начала свою работу сегодня. Генсек МИДа не исключила, что в будущем партнеры придут к открытию посольства в нашей стране.